Снос незаконных построек – часть масштабной реконструкции центральной набережной Лао. Это позволит расширить прогулочную зону, благоустроить ее, сделать более комфортной. Но главная задача сейчас – восстановить пляж. Центральный пляж Лао с прошлого лета закрыт из-за значительного сужения береговой линии. Несмотря на то, что гальку отсыпают каждый год, она здесь не задерживается, ее смывает в море. Этот процесс, по мнению специалистов, в перспективе будет все интенсивнее. Неоднократно центральная набережная Лао подвергалась разрушительному разгулу стихии. На восстановление уходили миллионы, но ситуация регулярно повторялась. Алексей Копайгородский, общаясь с местными жителями, заявил, что полумеры не помогают. Нужно найти способы защиты. Мы специально сюда приехали, чтобы своими глазами видеть, потому что заявлений и просьб от жителей поступает много. Почему он был большой в то время, а сейчас маленький, для этого нужны будут научные специалисты, которые в этой части могут разобраться. Должны быть серьезные организации, которые выйдут сюда, обследуют, посмотрят, историческую хронику всю поднимут и уже примут решение, как мы это будем делать. В ближайшее время к работе приступят сотрудники профильного научно-исследовательского института. Масштабные изменения ждут и пляжи поселка Лазаревское. Сейчас проекты находятся в стадии разработки, но уже известно, что центральная набережная может стать единой на протяжении всей береговой полосы поселка. В ближайшее время будет полная реконструкция набережной, а замена тротуарной плитки, замена балясин, установки малых архитектурных форм, лавочек, скамеек, там, светильников и так далее. Значит, у нас проект соединения набережной от улицы Колораж до пляжа Дельфин, это уже конец поселка Лазаревской. Вот, мы его разбили поэтапно. Заявлено, что подробности проекта будут представлены в марте. Далее пройдут общественные слушания. И в случае одобрения жителями реализация может начаться в октябре следующего года по окончании летнего сезона. Галина Моисеева, телекомпания КТ.